Доброе утро, я в Ханты-Мансийске, в Южно-Приобском месторождении, на вахте. И сегодня я проведу целый день в том месте, в котором отделяют нефть от газа и воды. По-умному это звучит узел сепарации, но для начала нужно подкрепиться. Идея перейду чуть позже, начну с места. Посмотрите на эту столовую. Хотя мне кажется, что это больше похоже на ресторан. Стиль эколог. Построено это помещение в 2021 году. По поводу еды. Все очень-очень вкусно. Приездом. Привет. Антон. Паша. Пойдем посмотрим установку. Ну что, здесь мне все знакомо, это операторная. Да, совершенно верно. Здесь у нас также сидят работники, контролируют технологический режим и могут им дистанционно управлять. Нам поступает нефтяная эмульсия. Она проходит через три ступени сепарации, где разделяется на нефть, подтоварную воду и газ, соответственно. Заходим. Угу. Перед тем, как зайти, обязательно лучше. Проблемы у меня небольшие, друзья, видите, неопытный человек. Пустовая насосная станция, где отделенная подтоварная вода уже отправляется прямиком в пласт для поддержания давления. Антон, все очень интересно, но я вообще ничего не слышал. Я знаю. Друзья, главное, что вы слышали. Мой день на Южно-Приобском месторождении закончился. Вахта подошла к концу. Резюмирую, я думал, что жизнь и работа на вахте – это очень жестко и непросто. На самом деле все оказалось вообще по-другому. Классные, комфортабельные номера, условия для работы, жизни, отдыха, спортзал, потрясающая столовая, отдельный лайк поварам. Поэтому я проверил на себе, и я рекомендую.